Алания, четверг, сегодня 13 августа. Мы в районе отеля White Gold. Возможно, кто-то в него едет. До того, как было заявлено, что... когда ходили слухи, что россиян в этом сезоне не выпустят до зимы или там вообще до весны, мне сказали, что White Gold, Roman Antic и Myrrh Beach не будут работать в этом сезоне. Потом же, когда заявили, что россияне едут, White Gold продается. Кто-то с моих зрителей, по-моему, в сентябре сказали, едут. И вот вы видите пляж White Gold, здесь уже стоят шезлонги с зонтиками, все ждет туристов. И сегодня первый вечер, когда White Gold, собственно, засветился. Вы видите название отеля. В самом отеле еще темно, там только сбоку начинают открываться магазинчики. Вот у них свет, который торгуют прямо возле входа в отель. Сам отель еще темный, а вот логотип и название отеля. Впервые сегодня эти буковки зажглись. И если бы знал я бы точно, когда он откроется, какого числа, я бы вам сказал. К сожалению, я не знаю, какого числа он откроется. Но то, что он откроется, это уже факт, это без сомнения. Такой вот фонтанчик ждет, кто-то, может быть, впервые едет в White Gold. И напоминаю, да, в ресторане там уже вижу, там и шарики, по-моему, уже надуты. То есть горит свет сейчас в ресторане. Ну, понятно, что он еще не открылся, там никого нет, но готовят. Там красивое, видно, будет открытие первый день. Что-то там вижу, какие-то, что-то прикольное, какие-то декорации. Короче, люди там есть, сотрудники отеля. Напоминаю, что кто первый раз едет, не напоминая, рассказывая о том, что вот эта вот набережная, вы по ней можете гулять в ту сторону до реки Димчай, до Кистеля. А в обратную сторону вы можете дойти до центра Алании, до набережной с пиратскими кораблями и так далее. И займет отсюда у вас эта дорога где-то от 40 до 50 минут. Если кто-то быстро очень ходит, то может даже быстрее 40 минут. И вы в центре, у монумента Ататюрка, у муниципалитета Алании. Так что ходите пешком, дорожка эта, она интересная, она тянется через весь как бы город. И не обязательно надеяться на автобусы, можете гулять хоть до 2 часов ночи и потом возвращаться пешком. До отеля Кайла с центра тоже идти минут 50, скажем так. Если вы идете с Клеопатры района, там где Дамлатаж, Клеопатра, там, конечно, немножко подольше еще стоит прибавить минут 15 к этому времени. Что я сейчас сказал? Видите, люди ходят, кто-то с моря идет, туристы прогуливаются, кто-то идет с моря сейчас вот. Недавно потемнело, у нас время где-то 9 часов вечера. И сейчас вот если до центра мы будем идти по вот этой тропинке, везде будут люди. Кто-то катается на великах. Ну давайте сейчас перейдем дорогу, пройдем сбоку отеля White Gold. Посмотрим, а то может он уже и открытый, там где центральный вход. А я вам тут еще рассказываю, что он только готовится к открытию, он может быть уже и работает. Сейчас посмотрим. Машин, вы видите, много, как и людей сейчас в Алании. Людей становится все больше, и машины тоже. Машин немало. С разных абсолютно регионов Турции люди приезжают сюда на отдых. Машин очень много, не местных, не с Анталийского региона. Не хватает здесь светофоров. Хотя бы по одному светофору, если бы было в районе, допустим, один в Тосмуре, один в Оба. Уже это, конечно, облегчило бы переходы, потому что иногда стоять приходится довольно долго. На переходе никто не пропускает. Не принято у них, учат их, но пока еще не принято пропускать. Не, ну пропускают иногда сознательные водители турецкие. Итак, вот ресторан светится White Gold. Напоминаю, что сегодня 13 августа. Работают вот... Открываются или уже работают магазинчики, которые торгуют прямо возле входа в этот отель. И сейчас попробуем у продавцов узнать, когда будет отель открываться. Может быть, они скажут, нет, главный вход еще закрыт, конечно же, только магазины. Может быть, они знают, но в смысле они по-любому знают. Мраба. А White Gold когда открывается? Какого числа? По-русски говорят. Мраба. А какого числа отель открывается? Послезавтра. Послезавтра уже? Да. О, это шкюрлер. Вот, так что послезавтра уже отель будет работать и можете приходить. Вот магазинчики прямо на входе. Все. Якшамлар.
послезавтра. Значит, 15 числа получается. 15 числа будет открытие White Gold. Вот все готовятся, вы видите.